11 апреля в Зарайском ледовом спортивном комплексе прошел турнир по хоккею с шайбой среди команд 2011-2012 годов рождения. Кубок взлета, посвященный Дню космонавтики. Соревнование проходило в формате однодневного марафона. В нем приняли участие 4 коллектива. Хоккейный клуб «Зарайск», хоккейный клуб «Русич» Раменское, хоккейный клуб «Звезда» Серпухов и хоккейный клуб «Сокол» городской округ Луховицы. Турнир проходил по круговой системе. Победитель определился по наибольшему количеству набранных очков. По итогам турнира последнее место занял хоккейный клуб «Сокол» из Луховиц. Бронзовые медали завоевал хоккейный клуб «Зарайск». Серебро досталось команде «Русич» из Раменского. А высшую степень пьедестала занял спортивный коллектив «Звезда» из Серпухова. Приветственным словом к участникам обратились первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск Лидия Кочергаева, председатель Совета депутатов Елена Белкина. Команды-призеры были награждены медалями и грамотами, а победитель еще и золотым кубком. Награды им вручила заместитель главы администрации округа Раиса Гулькина. Поздравляем всех юных хоккеистов с успешным выступлением. Иван Фролов, Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.